Магия существует в мире, где цирк правит балом. Здесь жизнь и пламя, риск и смех. Это лучшее, что видели люди. С 21 сентября впервые в Иваново большой варшавский цирк представляет шоу слонов. Невероятно, незабываемо, немыслимо. Большой варшавский цирк должен был презентовать шоу слонов 21 сентября. Но из-за форс-мажора паром с костюмами артистов задержался, минуя шторм, премьера перенесена на неделю. Но в город уже приехали большие звезды – две индийские слонихи, сестры Дженни и Магда. Российская осень их не смущает, и они с радостью гуляют на улице. Наше шоу рассчитано на все группы возраста от нуля и до пожилых людей. Потому что там у нас завязана сюжетная линия, очень интересная, все со смыслом идет. Вот. Большая группа животных, очень отличные, шикарные артисты, лауреаты разных престижных конкурсов и фестивалей циркового искусства. Вот поэтому всем рекомендуем. Кроме слонов, гостей шоу ждут известные артисты цирка – эквилибристы, гимнасты, клоуны, а также множество экзотических животных. Этой программе аплодировал весь мир. Очередь за нашим городом. До премьеры остается чуть больше недели. Спешите приобрести или обменять билеты. Кто приобрел билеты на 21-22 сентября, у меня просьба к жителям города и гостям города Иваново. Если есть возможность подъехать в кассу, обменять, ну, у кого желание другое складывается, можете сдать, то есть вам вернутся деньги. Кто приобрел электронные билеты через сайт цирка, на сайте цирка есть внизу телефон технической поддержки, надо туда обратиться, и там вам всю дадут информацию.